задача на нахождение длины математического маятника, если известно количество колебаний времени. Математический маятник совершает колебания под действием силы тяжести. Результирующая сила направлена в точку равновесия. Формула периода математического маятника. Формула периода определяется как время делить на колебания. Объединяя эти две формулы, находим такое выражение, которое вы сейчас видите. Я возвел обе части в квадрат. И после этого мы выведем вот эту величину, длину маятника. Но чтобы вывести длину маятника, нам, очевидно, придется обе части умножить на сначала на g, а потом разделить обе части уравнения на 4π квадрат. И тогда вы без труда получите длину нити математического маятника. По мере возможности буду регулярно выставлять такого простого типа задачи. Следите за новостями. Всего доброго, спасибо за внимание.